Ребята, вы просто на это посмотрите! Это ACP-монстр Луна-хулиган! И она напала на мой дом, и я не знаю, что мне делать! Я тебя съем, Евгенбой! Ребята, кажется, мне нужно спрятаться где-нибудь спрятаться. Давайте прямо сейчас я скроюсь под кроватью от ACP-Луна-хулиган. Так, давайте быстрее прячемся! Ребята, что происходит? Прямо сейчас подпишись на мой канал, поставь это видео лайк, ну и конечно же нажми на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то вот эта вот игрушка сегодня появится у тебя за спиной. Поэтому лучше не рискуй, быстрее подписывайся на мой канал, ставь этому видео лайк, ну и конечно же нажимай на колокольчик. Всем привет, дорогие друзья, у микрофона как всегда я, Евген Бой, это мое новое видео по игре Майнкрафт. Ребята, прямо сейчас спустись ниже в комментарии и напишите, кто же сильнее, зомби или же эндер. Мне реально будет очень интересно почитать и узнать ваш ответ в комментариях, поэтому прямо сейчас быстрее спускайтесь ниже в комментарии и пишите, кто же сильнее, эндермен или же зомби. Ладно, ребят, думаю, вы все заметили уже то, что я построил вот такую вот огромную защитную стену для своей деревни жителей. Дело в том, что, ребята, на нашу деревню в последнее время нападают очень много монстров, и я решил огородить вот эту деревню вот такой вот огромной стеной каменной, вы представляете? И вроде бы она справляется, но не совсем, потому что сегодня ночью был убит житель, вы представляете, каким-то монстром. Я не знаю, что это за монстр мог с ним вот такое вот сделать, но, ребята, вы это видите, даже стена не справляется со своей задачей, вот, и все равно монстры каким-то образом, то есть, могут нападать на нас, так что, жители, я не знаю, что еще делать. Евген Бой, там, кажется, за этой каменной стеной стоят ACP-монстры. Чего, житель? Там за этой каменной стеной сейчас стоят ACP-монстры? Да, Евген Бой. Хорошо, я понял, сейчас я посмотрю. Ребят, кажется, мне жители сообщили то, что вот за этой вот стеной стоят какие-то ACP-монстры новые. Вот, и они пытаются сюда забраться. Ладно, давайте мы уже, наверное, на это посмотрим. И мы сейчас все сломаем. Ребята, вы посмотрите, это реально ACP-монстры. Вон там сиреноголовый, пояс-пожиратель, ходячее молоко, мультяшный кот, мостовой червь, Джефф-убийца, Джейсон Вурхис и еще какие-то там, эй, мужик, остановись на минуту там. Ребята, офигеть, нужно этих ACP сейчас будет истребить, а то иначе они заберутся в мою деревню и тут всех сейчас поубивают, да, поэтому нужно сейчас их ликвидировать будет. Впустите. Ребята, они говорят, впустите. Так, смотрите, у меня тут есть вот такая вот крутая броня. Давайте я сейчас попробую с ними разобраться, так сказать. Вот, смотрите, у меня сколько оружия тут. Вау, ребят, ну, думаю, мы справимся. Пропустите нас, откройте нам. Ребята, они говорят, откройте нам, но они, видимо, не знают то, что, ребята, у меня есть вот такие вот пушки, и сейчас я им так открою. Так, давайте стреляем. На, я тебе так открыл. Это Евген Бой, надо его уничтожить. Ребята, вы слышали, что они говорят? Вы что, там совсем страх потеряли? Так, ребята, ну-ка давайте-ка вот с этой пушки, смотрите, смотрите. Чё? Я что, не могу попасть? Ребят, по ним, кажется, это не попадает. Так, ну-ка, с лазера. Смотрите, сиреноголова. О, я уничтожил сиреноголова. Давайте поезд-пожиратель теперь попробуем с помощью этого лазера уничтожить. Так, у меня есть еще вот такой вот лазер. Так, давайте вот так вот всех. О, мультяшного кота тоже уничтожил, вы прикиньте. Кстати, я вам еще забыл сказать то, что в нашей деревне стали пропадать жители. Мне кажется, это все вот дело рук вот этих вот ACP-монстров всяких. Так, все, минус мостовой чек. Так, Джефф-убийца, так, Джейсон Вурхис, давайте его сейчас тоже уничтожим с помощью вот этого крутого лазера. Давайте поезд-пожиратель вот с помощью этого лазера сейчас будем уничтожать. На, получай, получай, вот так вот, смотрите, ребят, воу-воу-воу, сейчас я по поезду-пожирателю буду попадать. Все, минус поезд-пожиратель, так, и теперь осталось только 3 ACP вот этих вот уничтожить. Улыбающийся человек, ходячее молоко получается, и, эй, мужик, остановись на минуту. Так, все, отлично, теперь, эй, мужика нужно будет сейчас уничтожить вот так вот с помощью вот этого минигана. Давайте мы его уничтожим.
я доберусь до тебя. Ребята, вы слышали, что он сказал? Он сказал то, что доберется до меня. Ладно, кстати, я вам так и не сказал то, что жители у нас начали пропадать. Вот, и нужно сейчас найти, куда и кто их там прячет. Вот логово этих ICP нужно будет сейчас найти. Поэтому я сейчас буду искать, то есть, всех жителей, которые пропали. А это было, знаете, сколько? 10 штук жителей пропало ночью, вот. Поэтому мне пришлось построить вот эту вот стену, так сказать, и искать их уже. Давайте мы их будем сейчас реально тогда искать. Так. Где же они могут быть-то? Где же они могут быть, жители? Там, ребята, красные пятна, кажется, там какое-то логово. Давайте-ка посмотрим. Так, ребят, прыгаем. Все, отлично, так. Мне что-то уже интересное. Ну-ка. Давайте мы посмотрим, что это за логово. Ребят, да, тут какое-то логово, вы посмотрите. Офигеть. Вот это да, это же этот кровяша, или как его там называют. Вау. Ладно, ребят, мне кажется, там жители находятся вот в этом вот здании почему-то. А кто там? Ребята, это да, там находятся жители, ребят. Там находятся жители. Это Луна-хулиган. Это ACP Луна-хулиган. И она, кажется, похитила всех жителей. Вы посмотрите, ребята. Реально, офигеть. Так, давайте-ка ее сейчас будем уничтожать. Ай, Евген, бой, как же ты уже надоел. Помогите. Сейчас помогу. Подождите, жители. Сейчас мне нужно справиться с этой луной, хулиган. Я еще приду, Евген, бой. Ребята, она говорит то, что она еще придет. Нет, думаю, ты уже не сможешь прийти. Так, давайте выпускаем всех жителей. Быстрее выходите. Я сейчас буду вызывать потом полицию, чтобы и скорую, так сказать, чтобы вот с этими жителями что-то сделали. Так, ну-ка, выходите все жители. Давайте, выходим. Все не задерживаемся, так сказать, потому что тут Луна-хулиган. Я тебя уничтожу, Евгенчик. Что? Ты меня не уничтожишь? Евген бой, я тебя уничтожу. Так, ребят, у меня, кажется, патроны закончились. Давайте вот с этой вот пушки ее просто вот так вот атаковать будем. На, получай. Ребят, вот это да, я его уничтожил. Вы это видели, да? Офигеть. Фух, точнее, ее уничтожил. Так, все жители, выходите. Ну-ка, давайте я вам открою сейчас. Вот так вот, все, я вам открыл. Так, ну-ка, выходите. Так, все. Все, выходим, жители. Все, отлично, выходим. Ладно, ребят, давайте я тогда, наверное, уже пойду. Я приду, Евгенчик, за тобой. Ребята, это Луна-хулиган, чего? В смысле, почему я ее до сих пор слышу? Это как вообще так получилось? Что за бред, ребята? Офигеть, что за фигня, что за бред? Почему я ее слышу? Ничего себе. Так, это реально Луна-хулиган, кажется, кричит тут. Я уже рядом, Евген бой. Ребята, она говорит то, что уже рядом. Я не знаю, сможет ли она сюда зайти или нет. Я тебя уничтожу. Я же сказала то, что я тебя найду. Ребята, вы это видите вообще? Как она сюда попала за эту стену, не сломав ее? Вы посмотрите. Я тебя сейчас уничтожу. Не надо меня уничтожать, Луна-хулиган. Ты зачем? Как ты здесь вообще появилась? Ну вот так вот тебе хана. Какой хана? В смысле, это еще что такое? Так, ребят, уже темнеет. О нет, вы посмотрите, какая она огромная и страшная. Я тебя сожру. Ребята, я не знаю, что мне делать. Евген, бой, помоги нам. Как я вам помогу? Это вообще, я не знаю, что мне самому-то делать, ребят. Я не знаю, что мне придумать. Сейчас наступит ночь, и я тебя съем. Ребята, она говорит то, что меня съест. Я не знаю, что мне делать. Ладно, давайте попробуем, знаете что? Давайте попробуем спрятаться под кроватью. Евген, бой, помоги нам. Как я вам помогу? И мне самому бы сейчас помочь себе. Так, ребята, давайте сейчас спрячемся. Я тебя уничтожу, Евген бой. Ребята, все. Фух, я спрятался. Офигенно, ребят, фух. Прямо под кроватью, вы это видели, да? Хорошо, что у меня был план. Сейчас, ребят, я спрятался от Луна-хулигана и CP-монстра прямо под кроватью. Поэтому давайте мы сейчас закроемся, это реально круто. Фух, давайте мы там бункер сделаем. Куда Евген бой пропал? Главное, чтобы жители меня не выдали, а то они могут такое сделать. Так, давайте мы сейчас прокопаемся вниз. Все, отлично, ребят, я прокопался. Смотри, тут какая-то руда неизвестная мне. Так, давайте тут сделаем какую-нибудь комнатку. Куда Евген бой пропал? Ну-ка, житель, говори.
Ребята, он жителя заставляет уже, а житель сам, по-моему, не знает, куда я пропал. Так, ладно, ребят, у меня сейчас другая схема построить бункер, давайте пропишем креатив. Вот, все отлично, я прописал креатив, и давайте начнем здесь уже делать бункер, чтобы пережить ночь с этой луной-хулиганом. Да, ребята, а то она реально меня сможет съесть, так сказать, поэтому я же не хочу этого, поэтому давайте мы сейчас каким-то образом попробуем тут сделать, так сказать, бункер и здесь переночевать. Так, все отлично, смотрите, я уже тут что-то сделал. Так, давайте вот это вот уберем уже. Так, убираем. Получается, все отлично. Там еще был, что ли, слой? Ничего себе. Так, вау, все, фух, я это все убираю. А куда ты подевался, Евген мой? Ребята, он меня до сих пор ищет. Офигеть. Интересно же, как там жители вообще выживают с этой луной? Хулиган, это страшный ACP-монстр же вообще. Так, ладно, давайте мы тут комнатки сделаем сейчас. Получается, доски. Давайте, знаете, какие? Березовые. Сет 5 получается. И 2 прописываем. Все, отлично. Все, ребят, отлично. У нас березовые доски. Так, давайте тут еще сделаем стены березовые. Вот такой вот у нас бункер прикольный будет получаться. Евген бой, я тебя найду, не сомневайся. Ребята, она говорит, я тебя найду, не сомневайся, но она меня пока что уже не может найти, это хорошо. Да, ребята, это реально очень и очень хорошо, то, что она сейчас не может меня найти на данный момент. Вы представляете вообще, то, что я от нее спрятался прямо под кроватью и все, фух, хорошо, что я это сделал, хорошо, что у меня все получилось. Евген бой, куда ты подевался? Ребята, давайте стол уже куда-то поставим. Так, стол у меня, думаю, будет компьютер стоять здесь. Так, давайте комп поставим сюда. Фух, ребят, мне очень страшно. Вы бы знали это, как мне страшно, потому что меня сейчас ищет какой-то монстр вообще. Вот, которого я даже не знаю. Ну, она мне хочет, мне кажется, отомстить вообще. Так что, вот, лучше в бункере тут пережить. Так, давайте тут тоже кровати поставим, чтобы мне можно было хоть где-то переночевать. Так, вот тут вот кровать сделаем. Отлично, и вот тут вот можно еще сделать кровать. Также можно, знаете, что поставить? Батареи, да, ребят. Вы посмотрите, чтобы мне было тепло, можно вот так вот сделать батареи. Евген бой, я тебя все равно найду, ты же это знаешь. Ребята, она меня выводит на реакцию, эту луна-хулиган, чтобы я ей что-то ответил. То, что она меня либо не найдет, либо еще что-то. Вот, чтобы ей... То есть она меня провоцирует на разговор, чтобы я ей сказал, да не найдешь ты меня нифига там, или еще что-то. Вот, поэтому не нужно вообще на нее обращать внимание. Так, смотрите, ребята, тут телек поставил уже. Вот, у меня все так уютно уже выглядит. Нужно сделать будет где-то кухню сейчас. Давайте мы быстренько такую минимальную кухню сделаем. Евген бой... Я тебя найду. Ребята, она говорит, я тебя найду. Мне неохота, конечно, чтобы эта луна-хулиган меня нашла. Вот, поэтому я сейчас как-нибудь тут спрячусь. Давайте мы сейчас тут реально вот так вот спрячемся. Вот так вот все тут спрячем. Вот, бункер, я думаю, она не заметит под кроватью мой. Евген бой, я тебя найду. Иди сюда ко мне лучше. Она говорит, иди сюда ко мне лучше. Зачем мне к ней идти, ребята, когда она меня сразу же сожрет? Да, она меня же сразу же просто съест. Так, смотрите, все, у меня уже все готово. Вот так вот стулья давайте тут поставим. О, отлично, ребят, где-то еще тубас надо сделать. То есть тут ванную комнату, так сказать. А то я не знаю просто, где ее сделать. Давайте мы ее, знаете, где сделаем? Евген бой, выходи. Ребята, она говорит, выходи. Так, давайте, знаете, где туалет сделаем? Вот где-нибудь... Вот здесь вот получается. Так, давайте вот так вот и вот так вот. Все, прописываем теперь сет 0. Все, отлично, ребят, вот такая вот у нас туалетная комната будет. Так, ребят, давайте тут тоже досками вот так вот все заделаем. Отлично. Евген бой, я тебя достану. Ребята, она до сих пор хочет меня достать, я не знаю зачем. Так, давайте мы тут заделаем сет 5 и 2, получается. Сет 5, двоеточие 2, все отлично. Вот так вот, ребят, смотрите, какая у меня уютная уже тут ванна получится. Да, офигеть, ребят, прикольно сейчас будет, я так думаю, выглядит. Это все. Так, ладно, давайте мы тут уже реально ванну построим. Так, смотрите, у меня тут есть, получается, где-то ванная комната. Подождите,
А где тут ванна? Вот она. Все отлично. Вот так вот. Давайте мы сейчас тут все обустроим, так сказать. Круто очень. Во, смотрите сейчас. Во, вот так вот в раковина получается. Туалет уже поставили. Так, басик или джакузи. Я в джакузи. Это круто. Да, ребят, все. Отлично. У нас ванная комната готова. Да, ребят, все, в принципе. Можно ее, кстати, вот как-то так вот оградить. Давайте еще как-то так ее оградим. Так, что-то луна хулиган притихла. Может посмотреть, там ли она или нет. Может она выжидает меня специально вот так вот. Так, давайте мы тут ванну вот так вот отдельно мы все сделали. Так, поставим сейчас дверь. Так. Евген бой. Так, нет, она, кажется, не ушла. Или подождите, или уходит уже. Давайте мы посмотрим. Так, ну я бункер успел уже построить, так что все окей. Давайте мы посмотрим, там ли луна хулиган или же нет. Так, ну-ка, где там она? Так, давайте попробуем. Евген бой. Ребята, она здесь. Это огромная луна хулиган здесь. Ладно, давайте спускаемся. Все же в бункере, наверное, переночую. Ладно, дорогие друзья, на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайк этому видео. Ну и, конечно же, нажимать на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. У микрофона был я, Евген бой. В этом видео я скрываюсь от ACP луна хулиган под кроватью в Майнкрафт. Всем удачи и всем пока-пока.